Нарколабораторыя, пакой, дзе ўчынены крадзеж, банкамат, які збіраецца ўзламаць. У ВНУ Гомеля з'явіўся крыміналістычны палігон, дзе можна мадэліраваць рэальныя следчыя сітуацыі. Гэта дазволіць ажыццяўляць больш якасную падрыхтоўку будучых супрацоўнікаў праваахоўных структур. Прычым заняткі тут будуць весці не толькі выкладчыкі, але і следчыя з практычным вопытам работы. Профессия следователя, она предполагает определенную визуализацию, потому что лучше один раз увидеть, как говорится, своими глазами, чем 10 раз услышать. 10 раз могут соврать, а глаза они не обманут, это точно. Безусловно, вот на этом криминалистическом полигоне студенты смогут приобрести практические навыки, каким образом происходит изъятие тех или иных следов на местах происшествия. Ну и, безусловно, я полагаю, это очень полезно с точки зрения дальнейшей профессиональной ориентации. Стварение криминалистичного полигона – черговый этап супрацовництва управления следшего комитета по Гомельской области и Гомельской ВНУ. Ранее тут з'явилась кафедра правознавства.